эфире «Мир компьютерных игр». Поприветствую всех вас, наших телезрителей. Открывает передачу, конечно же, наша рубрика «Двое». И сегодня она будет не рулевая, не боевая, а футбольная. Рубрику «Двое» мы традиционно проводим совместно с компанией «Сплав 21 век». И сейчас мы находимся в магазине «Игромания», в котором тысячи дисков. Есть и новинки. Кое-что сегодня посмотрим в рубрике «Игры». Ну а сейчас пойдем знакомиться с нашими главными героями. Итак, сегодня в рубрике «Двое» у нас братья. Младший и старший. Как зовут? Андрей. Сергей. Сережа, ты письмо интересно подписал. Сергей Владимирович Нарвола. Это фамилия? Нет. Придумал просто? Да. Как настоящая фамилия? Большаков. То есть братья Большаковы. Во что играем? РПГ, стратегии и Counter-Strike. Сережа? Стратегия, РПГ. К футболу как относимся? Ну, я люблю его. В FIFA играли? Да. Да. Сегодня поиграем? Конечно. Итак, сегодня у нас FIFA 06. Давненько мы в нее не играли. И парочка слов о том, что у нас здесь сейчас будет происходить, для тех, кто вообще не в курсе футбола. Сережа у нас выбрал команду российскую, российская сборная, играет в голубых футболках, голубых трусах. И Андрей, его брат, младший брат, играет за Арсенал, английская команда. И вот сейчас Арсенал выводит от ворот. Как дела проходили на тренировке? С переменным успехом. Андрюша играл вроде бы получше, а вот Серега выиграл 2-0. Ну, кто вот болеет за... кто переживает за футбольные матчи, конечно, кто любит игру в футбол, кстати, штрафной у нас. Штрафной, и, может быть, закончится желтая карточка, нет? Да, судья? Сейчас посмотрим. Да, желтая карточка получает у нас Арсенал. Как дело все происходило. А вот так вот, да, чистая подножка. Итак, как я продолжу мысль свою, что нередко одна команда играет лучше, а выигрывает другая. То есть футбол это... немножко и везение, точнее даже не немножко, а множко. Удар по воротам был, но не страшный, издалека вратарь Арсенала его хорошо парировал. А между тем Сережа, вот он управляет нашей командой, ну пытается создавать какие-то угрозы воротам Арсенала, но ничем это не заканчивается, заканчивается это уже какой раз ударом от ворот. Снова бьет от ворот Арсенал, и Андрей идет в атаку. Но это опасно в FIFA делать подкаты. Очень часто они заканчиваются именно штрафным ударом под ножкой. Отбирает Сережа мяч. И, возможно, сейчас будет опасная ситуация. Ну, сам идет. И да, вот подкат и подножка. То, о чем я говорил. Будет ли желтая карточка? Сейчас посмотрим. Да, похоже, сейчас опять закончится. У Арсенала будет две желтые карточки. Да, да. Ну что ж, две. Ну, игрок другой. Поэтому, в принципе, ничего страшного. У нас товарищеский матч. Два тайма по две минуты. И штрафной в исполнении Лоськова. Можно бить по воротам. Давай, Сережа, продемонстрируй мастер. Нет, пас был, это не удар. И закончилось все ничем. Арсенал в нападении. Это Андрей, младший брат. Ну, давай. Давай. Может быть, вот на правый фланг там. Нет, нет. Сам идет, Андрюша. И можно бить, надо бить. Да, гол. Вот такой, вот так просто все. Арсенал повел. Повел младший брат. Давайте посмотрим в повторе, как это все было. Но я не знаю, Сережа здесь чисто проморгал оборону. И, ну, вратарь пытался что-то сделать, но фактически у нас получался выход 1-1. Пытались что-то здесь помешать защитники, но нет, нет. 1-0. А между тем у нас настал второй тайм. Вот так вот происходит, потому что у нас все-таки в рубрике «Двое» немного времени, всего лишь 4 минутки, и приходится нам кое-что вырезать. А между тем, наша команда пытается что-то создать опасное ворот Арсенала, и почти получается. Хорошо, хорош вратарь Арсенала, выбивает вперед, и Арсенал повел. Это Андрей, младший брат, еще раз повторяю. Угловой в исполнении Арсенала, опасная ситуация. Итак, свисток, можно бить. Ну, непонятно, Андрей, по-моему, немножечко, да, попытался он разыграть. Ну, надо в штрафную давать, наверное, Андрюша, сейчас же отберут мячик. Да, да, все, закрыт. И чем это все закончится? Ну, фактически угловой закончился. Нет, хотя я поторопился сказать ничем. Опасное положение, Сережа, надо отбирать, иначе сейчас, да.
Еще один угловой. Да, еще один угловой будет бить Арсенал. Ну давай, Андрей, в штрафную. Время осталось немножко, фактически пара минут. Андрей опять решил разыграть. И чем же надо бить? Может закончить 2-0 матч? Нет, нет, не дает Сережа пробить. И надо идти вперед, иначе проиграешь, Сережа. Давай, время закончено. Все, звучит свисток судьи. И товарищеский матч заканчивается со счетом 1-0 в пользу младшего брата. Андрюш, ну выиграл. У тебя и футболка футбольная. За какую команду болеешь? Спартак. Спартак. Сережа расстроился, что младшему брату проиграл? Нет, не очень. Не очень. Тем более у нас подарки от компании «Сплав 21 век» и от магазина «Игромания» наушники. Ты что выбрал? Опять футбол, да? Да. Ну, удачи. Спасибо. А сейчас разыграем призы и среди телезрителей. Вспоминаем, какой вопрос звучал в прошлой программе, да какие призы разыгрывали. А в прошлый раз мы вот эти диски разыгрывали и спрашивали, какой из этих компьютеров самый мощный? Правы те, кто сказали гейм-класса. А теперь посмотрим на эти гордые имена телезрителей, на нашу десятку. Кто и смог дозвониться в числе первых и дать правильный ответ. А кто же призы сегодня выиграет? Определить имя победителя нам, как и обычно, помогает участник рубрики «Двое». Сегодня это Андрей. За призами обращаться на телекомпанию «Триада». Благодаря компании «Сплав 21 век» у нас и сегодня призы будут. Что у нас сегодня? А сегодня у нас Лило и Стич и сам Call of Cthulhu. Выиграть, как и обычно, дозвониться сразу после эфира и ответить на наш вопрос. Вопрос по сюжету, который и смотрим. Наш сюжет сегодня будет состоять из двух частей. Итак, часть первая. 11 апреля в бизнес-центре Новгород состоялся семинар. Событие неординарное для нашего города. Организатор – компания «Сплав 21 век». А участники с мировым именем – это Microsoft и Hewlett-Packard. Представлялись и новые продукты от Genius. Вы бывали на таких семинарах? У многих наверняка сложилось впечатление о них, как о неких заумных и скучноватых событиях. Но только не в этот раз. Ведь было много подарков и шуток от участников. А теперь еще одна ручка для самого наглого. Кто ее возьмет? Конечно, самые-самые подарки от компании «Сплав 21 век». Думается, кто побывал в этот день на семинаре, без раздумий примет приглашение на следующий. И дело не только в многочисленных призах и в знаменитых участниках, но и в хорошей организации, приятной атмосфере и в полученных знаниях. Постарались и представители Microsoft, и Hewlett-Packard, и, конечно же, сами организаторы. И здесь мы опять напоминаем акцию «Летайте с компьютерами «Сплав 21 век». То, что на семинаре рассказывал про нее, ну да, ведущий нашей железной темы, уже настраивала на веселый лад. А лучшие самолетики, сделанные из рекламных плакатов, принесли призы. Чей самолет улетел дальше всех, тому главный приз вынесла, конечно же, стюардесса. Так, это, похоже, была попытка поцелуя благодарности. Ну что же, скромность украшает стюардессу. И напоминаем суть акции. Сплавовцы разделили компьютеры на три класса. Эконом, бизнес и гейм. Как компьютеры отличаются по мощности, хорошо демонстрируют вот эти сцены. Тут без комментариев. Но помимо этого, разница в гарантии. У эконом-класса 1 год, у бизнес 2 года и у гейм-класса 3 года. Более того, сплавовцы заверили, что гарантийный ремонт компьютера будет длиться одни сутки и не более того. Так что те, кто планирует обновить компьютер, добро пожаловать в компьютерный центр. Вторая часть нашего сюжета небольшая и предназначена нашим самым юным телезрителям. Тем, кто заканчивает сейчас детский садик. Игрушки заканчиваются, начинается школа. И канцелярский магазин приготовил вот такие подарочные наборы. А это, в общем-то, избавление от головной боли родителям.
Что же подарить на выпускной? Подарок в тему, а главное, в сентябре пригодится. Полный набор всех школьных необходимостей. Перечислять не будем, и так все понятно. Наборы разделены на три ценовых категории. От 200 рублей до 400. По желанию покупателя комплектацию изменят. Ну а родителям на заметку. При покупке нескольких наборов будут подарки. Если купить 21 набор сразу на группу, то еще 3 в подарок. Вот такие акции сейчас проходят в магазинах «Сплав 21 век». Вот по этому сюжету и прозвучит вопрос в конце эфира. Традиционно желаю дозвониться всем тем, у кого это еще ни разу не получалось. Ну а сейчас давайте игрушки смотреть. Рубрику «Игры» сегодня целиком посвящаем новинкам. Эту мы вообще-то хотели показать в прошлой программе. Но для хорошей игрушки опоздание на пару недель не страшно. Ибо ждали ее куда дольше. Итак, продолжение одной из лучших игр для PC прошлого года – Titan Quest. Стоп! Этот мультик мы уже видели. Действительно, при инсталляции аддона мультик придется посмотреть дважды. Хороший, качественный, но где же новый? А для того, чтобы посмотреть новый, придется выбрать и нового героя. Вот тогда и увидим этот. Однажды солнце потускнеет, и тьма опустится на мир. Стоявшие веками храмы будут разрушены. Да, новый мультик, конечно, куда скромнее. Понятно, Immortal Throne — это всего лишь аддон, и не более того. Но все же могли бы сделать и покруче вступление. А вот и самое поразительное для новеньких. Вы не сможете играть в продолжение, пока не пройдете первую часть. Но скажу вам, это и к лучшему. Почему чуть позже? Где наши прокачанные герои? Кто до какого уровня прокачался? Я вот смог до 32-го. И сделал ставку на ратное дело и силы духа. Приятные, надо сказать, силы. Вызванный лич бесспорно помогает. Даже не представляю, что бы без него и делал бы. А в трудную минуту вот такого богатыря призываю. Здоровенный дядька. Жаль, живет недолго. А теперь, почему здесь героям первого уровня делать нечего? Да тут прокачанным, да одетым во всякие крутые одеяния и с крутым топором в руках и то погибнуть, как дважды два. Героям первого уровня здесь просто делать нечего. Играть стало трудней, поэтому пробирки жизненной силы на ход кей и палец на этой клавише держим, только успевай нажимать. В общем, без красных пробирок тут делать нечего. Если в первой части они копились, то здесь только знай, покупай. Да, среди продавцов появились новые. Теперь еще и артефакты находить будем. Из них создавать новые при помощи колдуна. Почти как в «Героях меча и магии». В общем, после первого часа игры эмоции положительные. Старый добрый Titan Quest вернулся с новыми уровнями, новыми врагами и новыми квестами. Рекомендуется однозначно. Да, и перевод качественный, как и в первой части. Как только дорога в Иксию будет безопасна, я навещу Катину. Недавно вышла примечательная игрушка. Чем-то по духу перекликается с разыгрываемой сегодня Call of Cthulhu. Ужасов здесь тоже хватает. Правда, поначалу нас встречает весьма бюджетный мультик. А чего вы хотели? Авторство принадлежит маленькой такой компании Frictional Games. Так что высокобюджетных мультиков здесь нет. Но зато есть захватывающий сюжет и отменная интерактивность. Но сначала о том, что мы здесь видим. Завязка. В общем-то, наш герой получает письмо от своего покойного отца и отправляется в Гренландию. Вот и прибыли. Поиграем. Хороша интерактивность. За что не возьмешься, все как в жизни. Может быть, бутылочку зря я разбил? А вдруг пригодилось бы? Вообще, действие игры разбито на эпизоды. Это был первый, а вот и второй. Да уж, Гренландия. Холодина, да и только. И куда идти-то? А еще и сообщение, что скоро замерзнем. В общем, побежали.
Кругом снег да сугробы выше головы. А единственное помещение похоже за этим замерзшим люком. Вот где мозги пригодятся. Где-то тут камешки были. Ну вот, люк открыли и спускаемся. Вот тут-то ужасы и начинаются. Ну что, страшно? Рано еще бояться. Пока страх только нагнетается. Надо же нам еще предметов набрать. Все-таки интерактивность великолепна. Хотя до реальности еще далековато. Вот скажите, является ли эта полусгнившая деревянная дверь препятствием для нормального пацана? Один удар ноги и вдребезги. Ладно, будем думать, как открыть. Итак, это была пенумбра. В русском издании игрушки как «Пенумбра. Темный мир». Переходим к следующей игре. Итак, бас драйва, он же водитель автобуса. И кто в детстве, сидя в кресле автобуса, не мечтал? Эх, сейчас бы за руль, и чего он так тащится? Вот я бы втопил. Ну что же, благодаря этой игрушке можно попробовать себя в роли водителя автобуса. Вообще автосимуляторы игры популярны. Уж сколько мы показывали симуляторов всевозможных легковушек и грузовиков. А вот автобусов чего-то не припомню. Итак, прокатимся по местному маршруту номер 42. Осторожно подъехали к остановке, открываем двери, тоже мечтая с детства, кнопку открытия дверей нажать. А вот и первая претензия. Анимация пассажиров слабовата. Вот вам ракурс с другой остановки. Вроде бы неважная мелочь, но полное отсутствие анимации пассажиров портит игрушку. Да, собственно, из мелочей и складывается общее впечатление, которое на первых порах очень даже положительное. И музычка приятная, и управление вполне подходящее. Вот тут и начинаешь понимать, а почему он не гонит? Управление такой махиной, да еще с пассажирами, дело ответственное. Тут правила соблюдать надо. Кстати, полезно поиграть в эту игрушку нынешним водителям. За нарушение здесь штрафы. Поворот не показал – штраф. Пересек сплошную – штраф. В общем, покруче, чем в жизни. Этакий тест на соблюдение правил. Да и вообще, Bus Driver – одна из немногих игр, где не надо гнать. Есть маршрут, расписание надо соблюдать. И гнать здесь нечего. Хотя, конечно, приятно на автобусе сделать спортивные легковушки. Интересно, а водители тех легковушек знали, что я с ними соревнуюсь? В общем, это из серии рассказов. Вот, мол, я на девятке BMW обогнал. Только водитель BMW об этом даже не догадался. Неплохой симулятор. Жаль некоторых моментов, таких как отсутствие анимации людей, да и крики их не слишком реальные. Знаете, когда порезче затормозишь или остановку проедешь, или в поворот войдешь покруче, то слышишь. Ну и что это за вопли? Нет, чтобы типа. Ну ты, водила, не дрова везешь. Смотри, куда едешь. Хотя, думается, это типично российские реалии. Да, и о реалиях. Я, конечно, не управлял автобусом в зимних условиях, но, думается, на снегу он должен управляться как-то иначе, чем на асфальте. Здесь особой разницы незаметно. А так, в целом, Bus Driver достоин внимания. Вторая часть рубрики «Игры» — это у нас рассуждалки и ваши письма. Ну, что вы нам понаписали? Вот некоторые просят посоветовать какую-нибудь игру. Вообще, такие вопросы ставят в тупик. Вкусы-то у нас разные, а вообще, именно в данном письме нет конкретики. Какой? Сейчас объясню. Ну вот мне, например, из последних анонсов на игровом рынке понравилась вот эта новинка. Называется Ninja Gaiden Sigma. Давайте посмотрим кусочек трейлера. Thank you.
Скажет кто-то, неужто на PC появился качественный файтинг, да еще и с приключениями? Ну да, откуда? На PC их почти не было и почти не будет. Это классный продукт для PlayStation 3. Вот поэтому я и говорю, чтобы в письмах вопросы задавать более конкретно. В данном случае нужно было назвать хотя бы игровую платформу. Перейдем к следующему письму. У меня и у моих друзей в игре Just Cars глюк на 14-й миссии. Там надо уничтожить поезд, так половины вагонов нет. Ну вот сразу видно, кто играет в пиратские версии игр. Хотя, конечно, это я шучу. Но этот глюк встречается в пиратской русской версии игрушки. Ключевое слово «русский». Играем в английскую версию или пробуем играть в официальное издание. В России права на издание Just Cars принадлежат новому диску. Хотя лично в эту версию игры не игрался, поэтому наличие этого глюка там не исключено, но жалоб на него не слышал. Перейдем к следующему письму. Возможно, я задам вам глупый вопрос, но мне интересно, как попасть в рубрику «Двое». Ну почему же глупый? Это самый популярный вопрос, на который я периодически отвечаю. Итак, в одной из программ будет задан вопрос специально для этой рубрики. Возможно, это будет через пару программ. На вопрос отвечаем в письмах или по телефону сразу после эфира. Константин Васильев спрашивает, когда выйдет Call of Duty 3? Ответьте. Отвечаю. Тоже популярный вопрос и тоже требует дополнения. Какая игровая платформа-то интересует? Если самая популярная Windows, то, увы, утешить нечем. Вообще, игрушка уже вышла, и в нее могут поиграться гордые обладатели Xbox, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP и Nintendo Wii. Что касаемо PC-версии, то ее нет. Остается только надеяться, что создатели игрушки сжалятся над бедными PC-шниками и выпустят третью часть и сюда. А пока в утешение только игровой процесс Xbox версии и трейлер. Закончим на сегодня с письмами, а раз у нас рассуждалки получились такие приставочные, то под занавес немного игрового процесса с игрушки для Xbox 360 Last Planet. Хотя здесь порадую юзеров PC. То, что мы смотрим, это Windows-версия. Наша программа, остался лишь конкурсный вопрос. И сегодня мы вот эту парочку компакт-дисков разыграем среди первых 10 дозвонившихся. Вопрос, разумеется, по сюжету. И опять мы вспомним эти компьютеры. Эконом-класса, бизнес и гейм. А вопрос сегодня такой. На какой из них самая длинная гарантия? В 3 года? На выбор, разумеется, 3 варианта ответов. Может быть, на эконом-класс? А может быть, на бизнес? Или все-таки на геймерский? Дозванивайтесь вот по этому номеру телефона. Звонки мы принимаем только в среду в течение 10 минут и только после полного окончания программы, то есть после титров. Звоните, пишите, интернет-адрес перед вами. До свидания.